Хочу поприветствовать президента Республики Молдова, господина Дадона, который только что присоединился к нам. И еще хочу приветствовать почетного председателя Евразийского экономического союза Нурсултана Абишевича Назарбаева. Очень рады вас сегодня видеть здесь. И давайте начнем процедуру подписания документов. Никол Вавович. И еще слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Нет? Нет, спасибо большое. Все, подписание.